Утро доброе! Пятничное, что, конечно, не может не радовать. Точно, Лена, ты права. Сегодня пятница, 23 декабря. Многие наши зрители уже предвкушают скорые выходные. Ну, подожди еще. Сегодня пока что пятница, целый рабочий день впереди, и в нашей программе еще столько всего интересного. Ян, а как у тебя успехи с зарядкой? Не перестал ее еще делать по утрам? Только давай-ка правду говори. Напротив, Лена, наоборот, мне стало все легче и легче заниматься по утрам зарядкой. Думаю, нашим зрителям также, поэтому по традиции тренируемся вместе. Утро доброе! Привет! С наступающим Новым годом! В эти предпраздничные дни предлагаю не расслабляться и заниматься с нами спортом. Поехали! У нас 4 упражнения. Повторяем. Первое упражнение – это выпады. Исходное положение. Ногу вперед, задняя нога стоит на носочке. Приседаем до параллели с полом. Очень важно понимать, чтобы угол был прямой. Пятка была под коленом. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение у нас – отведение ноги в сторону. Начинаем с левой ноги. Поднимаем в сторону. Корпус держим вертикально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну и на другую ногу также. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Отлично, закончили. Следующее упражнение у нас на ручки. Берем гантельки. Если дома нет гантелек, то используйте бутылочки. Корпус параллельно полу. Поднимаем руки, отводим назад. Руки тоже параллельно полу. И поднимаем гантели назад. Раз, два. Напрягаем руки. Три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Отлично. И следующее упражнение у нас разгибание руки из-за головы. Поднимаем руку наверх, заводим за голову и разгибаем полностью вертикально вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. И также на другую руку делаем то же самое. Раз, два, три, четыре. Руку держим в напряжении. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, закончили. Друзья, с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья, успехов в Новом году! С наступающим Новым годом! Пока! Итальянский тиктокер Джанлука Буссани делает косплей на известных персонажей комиксов и аниме. Контент-мейкер подошел к этому делу довольно нестандартно. В качестве реквизита он использует еду и мусор. Нужно признать, что получается весьма зрелищно. В роликах Буссани много экшена. При том, что все роли и злодея, и жертвы исполняет он сам. Для создания нужного образа итальянец использует куски мяса, макароны, мандариновые шкурки, арбузы и фольгу. В своих видео Джанлуки сначала показывает ингредиенты, словно собирается что-нибудь приготовить, как вдруг еда внезапно оказывается на лице автора роликов, становясь частью его образа. После перевоплощений косплеер часто забавляется, выходя в новом образе на улицу и пугая прохожих. Убийца телевизоров. Так в сети прозвали новинку от бренда Huawei – умные очки Vision Glass.
Гаджет способен заменить владельцу телевизор со 120-дюймовым экраном. Производители заявляют, что эффект от просмотра изображений и видео тот же. С помощью провода очки можно подключить практически к любому гаджету – компьютеру, планшету или смартфону. Внутреннего аккумулятора, как и Bluetooth, в устройстве нет. Качество изображения будет зависеть от девайса, к которому его подключают. Huawei Vision Glass весит всего 120 граммов. Устройство выглядит как обычные солнцезащитные очки с футуристическим дизайном. Носовые упоры регулируются в трех положениях. Эластичные дужки подстраиваются под любого владельца. Устройство имеет регулировку близорукости до 500 градусов. Значит, пользователи смогут четко видеть изображение, не надевая очки. Яркость картинки подстраивается под условия окружающего освещения. Разработчики предусмотрели 5 специальных режимов, которые управляются одной кнопкой. Продажи в Китае стартуют уже 26 декабря. Свое устройство Huawei оценили в $430 или чуть больше 200 тысяч тенге. От сердца к сердцу. Студенты собрали больше миллиона тенге на лечение малыша с редким заболеванием. Благотворительная ярмарка прошла в Карагандинском университете имени Букетова. Ее название «Жюриксен Жюрике» в переводе на русский означает «от сердца к сердцу». Учащиеся факультета иностранных языков собрали деньги на дорогостоящую операцию для маленького Амре. Студенты продавали книги, канцтовары и бижутерию, устраивали мастер-классы по плетению кос и рисованию, проводили тренинги с психологами. Все вырученные средства, это больше миллиона тенге, они передали маме мальчика. Амре родился с редкой аномалией. У него двусторонняя микротия. Уже в 2 месяца мальчику поставили слуховой аппарат. Теперь, чтобы слышать, ребенку нужна дорогостоящая операция, которую могут сделать только за рубежом. Вырученные на ярмарке средства семья малыша потратит на ее проведение. Казахстанцы показали уровень знаний английского языка. Результаты оказались не блестящими. 13-е место с конца. К такому выводу пришли в международной образовательной организации EF Education First. Компания составила рейтинг владения языком среди неанглоязычных стран. Казахстан оказался на 99-м месте из 111, при том, что язык Шекспира в отечественных школах изучают с 1-го класса. Рейтинг составлен по результатам всемирного тестирования EF Standard English Test. На его основе специалисты выводят индекс владения английским. И в Казахстане он оказался не слишком высоким. Наилучший уровень знания языка показали жители Астаны, Алматы и Павлодара. Самые низкие показатели в Кызылординской и Карагандинской областях. При этом сами казахстанцы не сомневаются, что в современном мире знать английский язык необходимо. Красота, к которой нельзя прикоснуться. Британский фотограф Кэмерон Джеймс Уилсон создал первую в мире цифровую фотомодель с искусственным интеллектом. За 2-летнюю киберкарьеру виртуальная Шуди Грэм успела сняться в десятках рекламных кампаний. Супермодель появилась на обложке Vogue и даже выпустила собственную пластинку. А в 2019 году показалась на вручении премии Британской академии кино и телевидения. До рождения Шуду долгое время Уилсон работал в индустрии моды. Создавая свою супермодель, он хотел доказать себе, что не просто фотограф и способен на большее. Красавица существует только в виртуальном мире. На ее создание фотографа вдохновила кукла из серии Барби «Принцесса Южной Африки». Но многие в индустрии моды считают, что Шуду похожа на всемирно известную модель Даки Тот. Правозащитники уже успели возмутиться тем, что создатель Шуду – белый мужчина, и весь гонорар супермодели забирает именно он. Но хотя автор часто сталкивается с критикой, он гордится своей работой. Группа Wood Helicopter в Караганде с большой праздничной программой. Завтра, 24 декабря в 19:00 в клубе «Свинцовый дирижабль» начнется концерт группы, где вы погрузитесь в праздничную рок-атмосферу с самым зажигательным кавер-коллективом из Бишкека. На одной сцене с заграничными артистами выступят местные группы, наши бэнд, No Name и другие. Группа Wood Helicopter существует уже 19 лет, славится запоминающимися выступлениями, необычным общением со сцены и невероятно доброй энергетикой, даже в хулиганских песнях. На концерте группа исполнит как каверы на известные новогодние хиты, так и собственные композиции. Суббота, 19:00, клуб «Свинцовый дирижабль». Не пропустите! Лена, у тебя сегодня день полный забот и неожиданных встреч. А откуда знаешь? Ну, а еще что хорошего? Ну, я подсмотрел это все в гороскопе на сегодня. Я предлагаю и нашим зрителям узнать, что им сулят звезды.
первая половина дня будет удачна у овнов. Лучше всего она подходит для новых дел, а также занятий, требующих фантазии и творческого подхода. Избегайте однообразия и скуки. Сейчас именно они для вас особенно опасны. Тельцам день принесет много соблазнов, противостоять которым окажется нелегко. Вы верите в то, во что хотите верить, а на неприятные факты просто закрываете глаза. Вероятны разногласия с окружающими. Люди, которые прежде вас поддерживали, могут изменить свою точку зрения. Сложный день сегодня у близнецов. Вы склонны переоценивать свои возможности, и это становится причиной серьезных ошибок. Не связывайте себя обязательствами, особенно если дело касается людей, с которыми вы хотите сохранить хорошие отношения. У раков сегодня будет удачным начало дня. Вы во многом добьетесь успеха, причем часто не придется для этого прилагать каких-либо усилий. Возможны приятные встречи и интересные знакомства. Есть шанс найти новых союзников. Львам сегодня звезды сулят сложный и противоречивый день. Складывается неоднозначная ситуация. Часто приходится действовать вслепую, рассчитывая только на везение и благоприятное стечение обстоятельств. Едва ли вам удастся достичь каких-либо значительных успехов сегодня. Девам сегодня лучше брать все в свои руки. Договориться о каких-либо совместных действиях оказывается трудно. К тому же люди, в которых вы видите своих союзников, руководствуются только собственными интересами. Возможно, придется посетить какие-то светские мероприятия или другие многолюдные собрания. Очень трудно сегодня будет сохранять душевное равновесие весам. Настроение часто меняется, порой вы сами не понимаете почему. Вас могут раздражать люди, с которыми вы прежде отлично ладили. Споры и долгие обсуждения мешают вовремя довести начатое до конца. У скорпионов сегодня противоречивый день. Вы стремитесь как можно быстрее достичь поставленных целей, но это не всегда получается. При этом достаточно мелкой неудачи, чтобы вы начали сомневаться в своих силах. Самые впечатлительные могут и вовсе отказаться от задуманного. Стрельцам сегодня будет тяжело сосредоточиться. Вас слишком часто отвлекают вопросами, просьбами о помощи, ненужными советами. Это раздражает. Вы, конечно, стараетесь сохранить спокойствие, но иногда совладать с эмоциями все же будет непросто. Благоприятный день сегодня у козерогов. Он интересный и насыщенный. У вас получается все, за что бы вы ни брались. Нужны лишь творческий подход и настойчивость, чтобы довести начатое до конца. Можно вернуться к каким-то старым планам. Друзья охотно помогут их осуществить. Водолеям сегодня многое будет даваться труднее, чем обычно. Но вас это не должно огорчать. Наоборот, чем больше преград возникает на пути, тем с большим энтузиазмом вы стараетесь их преодолеть. Будет возможность познакомиться с необычными людьми и чему-то у них научиться. Рыб сегодня критикуют гораздо чаще, чем обычно. Относиться к этому нужно спокойно. Чем острее вы реагируете на замечания в свой адрес, тем больше претензий появляется у окружающих. Старайтесь не провоцировать ссор и обходить острые углы. Одним из старейших театров нашего города является Русский драматический театр имени Константина Сергеевича Станиславского. О спектаклях театра и о планах на будущее мы сегодня беседуем с директором этого учреждения культуры Дунаем Амандыковичем Еспаевым. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Дунай Амандыкович. Здравствуйте. Мы часто и с удовольствием входим в театр, ждем новых спектаклей всегда. И спасибо большое за ваш труд. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о театре, ну, о истории театра. Ну, наш театр один из старейших театров не только нашего города, а вообще республики. Мы сейчас уже заканчиваем 92-й сезон нашего театра. Наш театр был основан в 30-м году. Он был такой театр рабочей молодежи. А наш театр образовался в городе Балхаш. Поэтому балхаши нас постоянно ждут. Видимо, они знают историю своего города, что театр Станиславского свой творческий путь начал именно от туда. Поэтому наш театр
Вот есть театр имени Станиславского, очень мало, да, вот, который назван именно в честь Константина Сергеевича Станиславского. Это вот из русских театров, я точно знаю, и Ливанский государственный русский драмтеатр имени Станиславского, и наш в Казахстане театр имени Станиславского. А в Москве театр Станиславского имени Мирёвича Данченко. Это совсем... Если я не ошибаюсь, то... А нет, в Тбилиси там Грибоедова, кажется. В Тбилиси, да, это Грибоедовский театр, русский театр. Ну, ему уже 130 лет. Тоже один из старейших театров. Мира даже, да. Так что театр имеет свои традиции, имеет свои принципы, имеет достаточно широкий диапазон репертуара, где находят свои предпочтения зрителей любой аудитории, и детская, и молодежь, и те, кому... За плюс чего-то. Зрелый. Да, зрелый. Умудренный опытом. Да. Так что мы гордимся этим, что мы верны принципам психологического театра. У нас миссия такая театра – нести вот эту школу, потому что, что ни говори, даже великий Голливуд работает по системе Станиславского, так. Хотя их учил его же ученик Михаил Чехов. Вот я хотел как раз и спросить, да, а да. Как же по Михаилу Чехову от внешнего к внутреннему? Ну, потому что сам Станиславский говорил, моя система – это не канон. Не система, да. Фактически он говорил. То есть, да. Система что? Наоборот, система ограничивает, понимаете? Да. 2 плюс 2 – 4. А Станиславский говорит, ищите, копайтесь в моих учениях, и развивайте дальше. И в итоге Вахтангов развивал, Таиров развивал, Мейерхольд развивал. И каждое в своем направлении, да, находил что-то Чехов новое. Чехов уехал и развивал его в Европе сначала, потом в уже Америке. Переехал в Америку. И вот когда мы смотрим американские такие шикарные фильмы или спектакли американских театров, сразу в глаза попадается, что все-таки это школа переживания, а не представления. Скажите, пожалуйста, вот вы заговорили о традициях театра, но в традиции театра не только репертуарная деятельность, но и фестивальные. Расскажите о планах на будущее по фестивалям и о фестивалях, которые вам запомнились вашему театру. Ну, фестиваль это само по себе, это такой катализатор творческого потенциала любого театра. С 17-го года мы уже начали выезжать на фестивали на дальние зарубежье. Это Македония, это Сербия, Турция. Но в прошлом году вот из-за пандемии мы не смогли попасть в Армению, Грузию, Латвию. А так мы достаточно заявили себя на этих фестивалях. Мы попали, видимо, какие-то каталоги фестивальные. Бывают случаи, когда нам сами звонят и говорят, коллеги, вы можете прислать нам как бы ссылки на спектакли или заявиться предварительный о себе? Да, предварительный просмотр. Да. Потому что международные фестивали, они как организовываются? Не так, как у нас привычно. За 2 недели отправили, за 3 дня стали известны участники, и утром приехали, в 11 часов играли, вечером уехали. Что было, никому ничего не понятно. И всем сестрам по серьгам, да, то есть все довольны должны. А эти международные фестивали мы за год отправляем. Потом попадаешь лонг-лист, потом шорт-лист, и потом, если ты попал, ну, к примеру, из 100 театров мира ты попал в десятку на афишу фестиваля, ты уже считаешься достаточно конкурентоспособным театральным учреждением. И в этой связи я с уверенностью могу сказать, театр имени Станиславского достаточно конкурентоспособный, современный, живой театр. Я думаю, что со стороны актеров участие в фестивале это не только возможность показать себя на сцене иных театров других стран, городов, но и обменяться опытом, посмотреть на коллег своих. Это жизнь, которая нужна, конечно, каждому актеру, конечно, и коллективу творческому. Ты на этих фестивалях смотришь, куда мы идем вообще, правильно мы развиваемся или неправильно, потому что то, что я как актер когда-то 90-е или 2000-е годы играл, это уже
старый способ существования артиста на сцене. То есть артистическая профессия, она, ну, как профессия врача или инженера, мы должны 24/7 работать над собой, тогда мы только можем быть как бы востребованными. А так, быть если, актуальными. Да, быть актуальным. А так, если ты думаешь, ой, у меня там 4 ордена, я народный артист, и все, я все сделал, все, ты уже остановился. Значит, ты уже не жив. Это очень близко к тому, что сказала Фаина Раневская, когда ее спросили, а волнуетесь ли вы перед выходом на сцену? Она говорит, душенька, не волнуется только бездарь. Да. Это говорит о том, что любой актер и коллектив творческий, театр всегда должен идти в ногу со временем, чувствовать дыхание зрителя, дыхание времени, чтобы быть актуальным, быть интересным, иначе люди перестанут ходить, особенно молодежь. А молодежь нам нужно всегда учить, направлять, одухотворять, скажем так, ну, да, классиками, в том числе и современниками. Да. Ну, как Раневская же говорила, без пафоса, господа. Да, да, да. Ну, что под было, каждой, да, что под было каждой начале, я красивой не скажу, но в конце говорю. Хвостом, да, скрывается, да, обыкновенное. Да, да. Да, так что без пафоса, господа. Подскажите, чем, по вашему мнению, запомнился зрителю 2022 год? Ну, может быть, премьеры, события в театре? Ну, конечно, запомнился, потому что мы каждый год посвящаем, ну, свою репертуарную политику пересматриваем, сначала изучая такой, скажем так, зрительский сегмент и их, ну, какие-то желания, возможно, но это ни в коем случае не означает, что мы должны идти на поводу зрителя. То есть мы должны такую продукцию выпускать, чтобы, ну, под названием спектакль, чтобы это продукция нашла отклик у каждого. То есть у зрителей должен быть выбор. Не надо заставлять зрителя ходить каждый день там на какие-то спектакли, гонять их туда, да, палками. Если я, например, придерживаюсь такого мнения, если в зале сидит, ну, 30 человек, но они купили билет самый дорогой, надо играть, потому что это наши зрители. А если сидят 600 человек, и из них 485 сидит с телефонами, снимает нас и разговаривает, зачем нам такой зритель? Но, слава богу, в театре Станиславского со зрителями проблем нет. У нас есть спектакли, на которых за месяц вперед нужно уже брать билеты. На примерные спектакли тем более. Ну, за 22 год мы почти что выполнили весь план, который мы придумали, да. Вот сейчас идет уже последний спектакль 22 года, это новогодняя сказка, как принц принцессу искал. А другие примеры уже сыграны, у каждого этого примерного спектакля есть свой зритель. Ну, я некоторые назову. Для меня достаточно интересная была работа «Прекрасная далёко», «Восемь женщин», «Старая зайчиха» тоже для нашего малого зала, потому что у нас в театре есть такой black box, то есть малый зал, который трансформируется, в котором только играются камерные спектакли. И поэтому мы тоже вот думали, как бы добавить репертуар этого малого зала спектакля в этой связи. Как раз таки дипломная работа нашего актера Марычева Андрея, он как раз таки был принят для репертуара малого зала. Я назвал только два названия, но они достаточно показывают потенциал нашего театра. Я думаю, что следующий год, следующий сезон будет еще пополняться не менее интересными, не менее актуальными спектаклями. Потому что на Новый год, то есть на 23-й, мы уже, проанализировав наш репертуар, мы поняли, что у нас что-то мало стало комедийных спектаклей, и у нас нету, к сожалению, сказок плюс 3, то есть 3 и 5 лет. Это означает, что у нас драматурги на этот возраст не обращают внимания. И у нас нет спектаклей, почти что нет спектаклей, 15-17 лет. Но есть спектакль, конечно, который называют «Навстречу мечте», оно все возрастное, но
В любом случае надо работать над, в этом направлении. В этой связи мы сейчас как бы думаем о том, чтобы, может быть, организовать такой фестиваль молодых драматургов. То есть не обязательно иметь для этого диплом драматурга. Очень много креативных людей, креативной молодежи, которые есть что сказать, но им негде вот это все реализовать. В этом, поэтому мы хотим, лаборатория. Да, да, мы хотим, вот в нашем театре скоро откроется арт-кафе, где будут реализовываться вот эти планы. Мы всем этим молодым дарованием даже поможем бесплатно. Мы организуем конкурс, сделаем, и на основе этого конкурса, может быть, у нас и появится вот такие спектакли, которые нам не хватает. Пусть все получится. Да. Замечательно. Дай Бог, спасибо. А насчет актуальности театра могу сказать, что мы как-то с Еленой захотели сходить в театр день в день. Вот так у нас освободился вечер, и мы решили пойти в театр. Помнишь, мы с тобой зашли, да, на сайт, да, и ни одного билета просто нет, да, и не смогли купить. И вот тогда это мы... Было «Знойной мамочки», ты говоришь о «Знойных мамочках». Да, кажется, да, да. И мы сами не сходили. Многих людей тоже знаю, кто хотели бы сходить, и прямо они с таким сожалением, не успели. Ну да, но это «Знойные мамочки», по-моему, моя первая работа в театре Станиславского. Да, режиссерская моя первая работа, как раз нужно было поставить спектакль, как раз был юбилей Городковой и Пекушевой, это вот старейшие актрисы нашего театра, и нужно было поставить. И мне тогда завлит предложила вот этот материал, я прочитал, меня что-то там ёкнуло сердце, и зацепило, я, да? Да, зацепило, и я приступил и к этому. И мне кажется, не знаю, говорят нормально, но... Ну вот, как это? Вы заговорили о вашей режиссерской деятельности. Mm-hmm. Помимо того, что вы директор театра и режиссер, вы еще и актер. Бывших актеров, по моему мнению, не бывает. И вот вы сыграли в спектакле «Дорога в Киото» главную роль. А какие амплуа вам ближе? Вот, что вам, какой персонаж вам интереснее играть? Ну, чтобы зрителям было понятно, например, злодея или героя, или очень остро-драматическую роль, характерную, например. Ну, знаете, вот я извиняюсь, но вот сейчас вот это слово, термин «амплуа» сейчас не совсем котируется, потому что профессиональный актер, он должен играть все. Как говорил Станиславский, не бывает маленьких ролей, бывают маленькие артисты. Или Станиславский учил нас, учит нас до сих пор тому, что в злодеях надо найти какую-то добрую сторону, в доброте надо найти какие-то другие моменты, потому что мы на сцене должны показывать жизнь человеческого духа. У нас принцип играть на сцене по принципу «здесь и сейчас». Хотя мы знаем, что Ромео и Джульетта в конце умрут, но мы должны играть так, как будто мы не знаем, что они умрут, потому что этот процесс важен для зрителя. То есть процесс от А до Б. Как прошел этот жизненный цикл героя. То, что как раз героя, интересно, да, зрителю, это интересно. Изменения, да, да, персонажа на сцене. Как он как бы перешагивает, как он преодолевает вот эти трудности. И в итоге зритель понимает, можно ли отдать жизнь за любовь. Мы говорим, в принципе, да. Тогда по-другому задам вопрос. Я полностью с вами согласен, что амплуа уже уходит как термин, да? Mm-hmm. Актер должен быть сейчас универсальным. Тогда скажите, какая из ролей, которую вы сыграли, больше всего заставила вас поменяться внутри? Или, вызвала долгие поиски? Ну, все роли, они твои дети, оно очень долго как бы формируется, и очень долго ты его носишь, да, и потом это рождается. Но, конечно, есть мои роли, которые до сих пор я люблю и помню. Это роль сына Абая, Абдрахман, роль Махсата в спектакле «Одинокая яблоня».
И вот из репертуара, где в театр Станиславского, вот, я там занят двух спектаклей «Дорога Кёта», это этот спектакль про меня, про моих коллег. Этот спектакль был поставлен по моему 50-летию, и, ну, слава богу, пока идет в репертуаре. И потом «Макбет». «Макбет» — это очень трудная роль, из-за которого я даже пострадал, потому что есть такое понятие, «Макбет», он такой, понимаете, материал, который мистически заряженный. Ну, я и там порезался, я текст очень долго учил и болел, но как-то вот справился. Лена, наверное, ты не знаешь, просто у Шекспира «Макбет» настолько мистически странная пьеса, что кто бы ни вставил ее в мире, всегда это сопряжено с какими-то удивительными событиями, иногда подчас, к сожалению, трагическими. Вот, поэтому я как раз хотел вас спросить о роли Макбета. Насколько вам было легко играть? Ведь изначально довольно честный вассал, да, короля Дункана, он превращается в безумного тирана, забывающего о том, что его поддерживали его друзья, убивающих своих друзей. Вот насколько вам было легко искать, что мотивирует этим человеком? Ну, понимаете, мы все не без греха. Поэтому вот эта вот жажда власти и жажда сиюминутной славы, оно как-то близко любому человеку, но мы порой вот эти все наши пороки скрываем за масками. Там же есть у Макбета, вот, что мы иногда, нас заставляет жизнь из сердца делать для лица маску, чтобы скрыть движение души. То есть в любом случае нас учили, в роли должна быть твоя личная история. А моей личной истории умалчивает история, но в любом случае там частица меня есть. Поэтому сказать, что было как бы с точки зрения профессионального отношения, было очень... скажем так, легко, потому что я такой послушный актер. А с точки зрения вот того материала, который я начитался, да, про Макбета, про эти мистические какие-то, был страх, что будет, что будет. В итоге я порезался. И я думаю, что это было такое очищение кровью. После этого спектакль пошел. Но это было даже на примере. Я очень сжато играл, очень колотило меня, все вот колотило. И я думаю, что Макбет родился где-то, вот если мы играем его очень редко, но уже года два прошло, наверное, где-то на пятый раз только родился Макбет у меня. Потому что это очень такой трудный, очень объемный роль. Да, да. Конечно. Спасибо вам большое. Творческих вам успехов и процветания. Спасибо вам. Всем доброго утра и хорошего дня всем. Спасибо за интересное интервью. Сегодня в студии «Утро доброе» был директор Карагандинского государственного ордена дружбы народов Русского драматического театра имени Станиславского Дунай Амандыкович Еспаев. А если вы хотите узнать о гордости Микеланджело, почему Рахманинов не надевал обувь или о том, как художник Коваль стал фальшивомарочником, все это через секунду. Когда Микеланджело закончил свою первую пьету и ее выставили в соборе Святого Петра, до автора дошли слухи, что людская молва приписывает эту работу другому скульптору Кристофо Салари. Тогда Микеланджело высек на поясе Девы Марии, это сделал флорентиец Микеланджело Буонаротти. Позже он сожалел об этой вспышке гордости и больше никогда не подписывал свои скульптуры. Сегодня мировая классическая музыка просто немыслима без произведений русских композиторов, хотя отечественная композиторская школа появилась только в XIX веке. О каждом из знаменитых людей можно рассказывать бесконечно. Прокофьев, например, гениально играл в шахматы, Бородин был профессором химии, а Рахманинов настолько щепетильно относился к своим рукам, что обувь его надевала супруга.
Перед началом съемок фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» режиссер Альфонсо Куарон попросил актеров, игравших трех главных героев, написать автобиографическое эссе об их персонажах от первого лица. Эмма Уотсон, исполнявшая роль Гермионы, написала 10-страничное сочинение. Даниэль Рэдклифф, Гарри Поттер, сдал 2 страницы, а Руперт Грин, Рон Уизли, отказался писать, объяснив это тем, что Рон никогда бы не сделал подобной вещи. Куарон ответил, что Грин правильно понимает своего героя. Художник Владислав Коваль во время учебы в Москве посылал письма родным. При этом марки на конверты он не наклеивал, а рисовал. И все письма дошли в таком виде. Когда Министерство печати объявило конкурс на эскизы новых марок, студент Коваль принес организаторам пачку конвертов и стал победителем. Иногда полезно посмотреть на мир глазами ребенка и увидеть необычное в обычном. Да, Лена, ведь у детей обостренное внимание. И то, что нам кажется простым и обычным, в глазах ребенка новый мир, новая вселенная. Попробуем и мы разгадать ее в рубрике «Слово за ребенком». Это зимой. Очень красиво. У нас это было, но уже растаяло. Она как звезда. И она синяя и белая. Это бывает треугольным. Это синяя, белая. Это на Новый год, зимой. Оно может быть фигурой какой-нибудь. Там узоры нарисованы. Она бывает зимой, она холодная, она маленькая, как звездочка, она белого цвета, она холодная, очень красивая. Они похожи на белые красивые звездочки, типа... Но когда они падают и собираются в большой комочек, или сугроб, получается снег. Можно играть с ними в снежки. Она очень пушистая. Она может растаять. Можно... она очень холодная. Можно... слепить любое, что захочешь. У них странные формы какие-то вот такие. Они падают на ботинки, на куртки, на шапки. Можно играть в снежки, лепить снеговика. Когда она на ладошку падает, она сразу тает. И потом будет вода из-за этого. Тебе потом будет очень холодно на руке. Придется одевать перчатки зимой. Их можно из бумаги вырезать и вешать на дом, украшать дом. Уже почти 9 утра, и поэтому нам осталось только пожелать вам хорошего настроения. А так как пятница – это почти суббота, желаем вам легкого трудового дня и отличного вечера. И, конечно, не забывайте включать телевизор, чтобы наполнить свое утро положительными эмоциями. Все наши сюжеты и рубрики вы сможете пересмотреть на официальных страничках нашей телекомпании на YouTube и в Instagram. Мы желаем вам приятных выходных. Иногда самая важная вещь – это хорошенько отдохнуть. Увидимся в понедельник, 26 декабря, на 5 канале с 7 до 9 утра. Лена. Ян. Пока. Пока-пока.